Непогода в Караганде стала причиной увеличения числа людей, получивших обморожение. Только за последнюю неделю жертвами холодов и бурана стали 16 горожан, рассказывают врачи клиники имени Макожанова. По словам медиков, ситуация стабильная. В период 40-градусных морозов они регистрировали 14 пострадавших только за один день. В основном в больницу поступают люди без определенного места жительства, а также в состоянии алкогольного опьянения. Как правило, жалуются на обморожение верхних и нижних конечностей. К сожалению, к нам это пострадавшие обращаются поздно. Со временем оказание помощи невозможно. Приходят с отморожением 3-4 степени в позднедиактивном периоде. И в связи с чего в день важного отделения происходит по 5-6 операций с ампутацией пальцев кисти или стопа.